Приветствую вас, дорогие друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же моряк. И как обычно, с вами фокусы от моряка. И в этом видео мы будем подводить нашего майского конкурса, точнее наших майских конкурсов. Как вы знаете, там был еще конкурс репостов, который длился до 14 мая, и результаты которого все так ждут. Ну что ж, вот вы и дождались их. Ладно, не буду я тянуть время, перейдем и посмотрим, кто же стал победителем. Итак, друзья, давайте начнем. Предлагаю сейчас начать именно с тех ребят, которые участвовали в конкурсе репостов, ибо он закончился уже 14 мая, и будет справедливо, если я первым делом покажу именно этих победителей. Итак, знакомьтесь. Ну что ж, друзья, подошло наше времячко, и пора нам выбирать победителя. Итак, давайте проверим, кто же стал счастливчиками в нашем очень легком конкурсе репостов ВКонтакте. Итак, как обычно, мы берем нашу статейку, которую надо было репостнуть, и вставляю в мое любимое приложение ВК. Так, поделившиеся с друзьями, далее. Посмотрим, сколько у нас человек. 500 человек принял участие, что-то в этот месяц как-то не густо. Ну что ж, давайте посмотрим. Итак, первым делом мы разыграем колоду. А давайте мы начнем с фениксов. Итак, фениксы получают у нас... Па-бам! Дмитрий Русаков. Напомню, что победитель должен обязательно состоять в нашей группе. Поэтому, конечно же, я проверю, состоит ли Дмитрий в нашей группе. Так, Дмитрий Русаков, па-бам! Екатеринбург, отлично, Дмитрий, я вас поздравляю, колода. Фениксы синие поедут в ёбок. Итак, далее давайте мы вернемся назад и узнаем второго победителя. Ну что ж, второй победитель, это, напоминаю, человек, получает колоду Bicycle Street Art. Итак, это... Та-дам! Дмитрий Долганов. Так, Дмитрий, я не спешу вас поздравлять, ибо я должен убедиться, что вы состоите в нашем братстве кормильцев. Да, Дмитрий живет в Комсомольске-на-Амуре, Россия. Дмитрий, я вас поздравляю, вы молодец. Колода Bicycle Street Art отныне ваша. Ну что ж, дорогие друзья, я рад был приветствовать всех участников. Мне очень понравилось, что вы приняли участие. Те, кто не победил, не расстраивайтесь. В ближайшее время новые конкурсы вас, как обычно, будут ожидать. Ну что ж, давайте награждать наших победителей. Итак, ну что ж, давайте наградим наших победителей. Итак, как вы уже поняли, это у нас Дмитрий Долганов и это у нас Дмитрий Русаков. И получают они, как я уже говорил, колода Bicycle Street Art достается Дмитрию Долганову. И, соответственно, фениксы синего цвета достаются Дмитрию Русакову. Ребят, я вас поздравляю, карты очень классные. Вот стрит-артов у меня у самого нету, с удовольствием бы получил себе в коллекцию, но все что-то как-то не до них. Итак, поздравляю вас с победой. Вы молодцы. Все-таки из 500 человек, двое, это надо быть действительно везунчиком. Итак, ну что ж, а теперь давайте перейдем к нашим комментаторам. Итак, место номер 2, и комментарий, который мне понравился, написал матрос под ником Владислав Панов. Владислав Панов, он написал коммент к моему объявлению о последнем конкурсе репостов. Итак, что же получает Владислав Панов? А Владислав получает вот такие вот замечательные карты, которые называются «Авиатор». Уважаемый Владислав, эта колода теперь ваша, и я вас с этим поздравляю. Ну а кто же у нас на первом месте? Ну не будем долго тянуть интригу. На первом месте комментарий, который вот реально давно не было таких душевных комментов. Блин, мне он прям уж чуть ли не до слез затронул. Первое место написал коммент матрос под ником Дроумен. Дроумен и его коммент к моему недавнему видео
с фокусом досчитай до тузов. Итак, что же получает этот загадочный Дроман? За такой реально охрененный комментарий я подарю вот такую вот замечательную колоду, которая называется «Монархия зеленого цвета» от компании «Теория 11». Уважаемый Дроман, я не знаю, как вас зовут на самом деле, но вам реально повезло, это карты очень клевые. Спасибо вам огромнейшее за ваш комментарий. Он был действительно прям вот такой. Стимулирует действовать дальше и снимать еще, еще и еще. Ну что ж, друзья, кому не повезло в этом месяце, даже не думайте отчаиваться. Впереди лето и месяц июнь теперь в вашем распоряжении. Комментируйте и ждите моих новостей о новых конкурсах. Ну что ж, победители, пишите мне в личку ваши координаты, чтобы я мог вам отправить карты. И до встречи в следующих выпусках. С вами был Сергей Куликов, он же Моряк, и да хранят вас боги моря и небес.